И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Angry Panda и CatMax. Сегодня мы играем в Garry's Mod, пацанчики, поздравайтесь. Всем привет. И сегодня мы играем на карте FNAF 4, вы поставили очень много лайков. И сегодня у нас рубрика «Аниматроники пугают охранника». Ну что, я должен буду провести ночь в этом доме, а аниматроники будут на меня нападать. И немножечко пугать. Пацаны, вы готовы? Да. Если пьете и кушаете, приятного аппетита. Я закрываю калитку. Так, подождите, не идите, дайте мне пару минут, и вам ловушки сделаю, чтобы было прикольно. Многие просили, чтобы мы как-то сделали... Чи-бомбы поставили. Но сейчас мы все сделаем так. Чик. Опа, первый лазер есть у нас. Так, так, так. Чтоб не прошел плюш-трап. Четко, как-то криво светит, что бомбу криво поставил. Давайте одну здесь поставим. Чик, красота. Еще возьмем бомбочек. Ого. Давайте здесь. А, они уже идут. Где моя комната? Двери, а что двери не закрываются? Двери заели. Говорил, поменяйте двери. Привет, тут никого нету. Я тоже хожу, его ищу. Не могу найти. Убегаем. Ах, блин, увидел, что я маску снял. Ах, ты хитрый. Красавчик, ладно. Нормально, продолжаем. Вот мне музыка нравится на этой карте. Она такая эпичная, а очень атмосферная. Ребята, если вам нравится эта карта, ставьте лайкосик. Так, где они ходят? Пока никого нету. Посмотрим. Так, дверь закрыта. Слышу, слышу, ходят мужики здоровые. Покупаемся ванной. Привет, я купаюсь. Все хорошо. Ого, у него костыли большие. Ой. Все нормально, купаюсь, все хорошо. Фух, ушел. Ой! О, привет, марионетка. Я душ принимаю, в ванну. Ушел? А, нет, стоит. Так, 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 стоит, стоит. Hello, hello. Все нормально у меня. Пошел я в свою эту комнату спать буду. Да что вы хотите от меня? Я просто хожу здесь, ищу охранника. Так, 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 все хорошо, ребята. Немножечко убежали. Есть, отлично. Сидим. Нормально выживаем. Так, за окном никого нету. А, блин. Привет, привет. Я стою здесь, на кровать смотрю. Эх, ну ладно, ладно, убил. А чё звука нету? Или звука не должно быть? Хорошо. Будем мстить вам сейчас скоро. Ой, здрасте. Фонарик. На тебе в лицо. Слепит, слепит. А тут идет его кентуха. На тебе фонарика. Блин, а ты что, фонарика не боишься? Ой, я еще и скриншот сделал. О, опять музычка пошла. Все отлично. Так, кто там ходит? Посидим здесь. Слышите, ходит за дверью? Крячка или кто-то? Будто молоточком кто-то бьет. Слышите? Ищут, ищут меня. Опа, слышу. О, блин, не успел маску одеть в последний момент. Да как ты зашел? Я же смотрел на двери, тебя не было. Хорошо. Раз так, достаю револьвер волшебный. Отвали! Уходи! Нати! Кто еще? У нас теперь один на один. Два на один. Кто выживет, я или пацаны? Получается, пацаны. Я аж немножко дернулся, если честно. Ты что так пугаешь неожиданно? Пулькой в лоб хочешь?
Да когда? Войну, да, мне объявили? Давай, кто на меня? Ну? Вижу, вижу, вижу! Черный челик ходит! Отвали! Он хочет меня убить! Да как ты меня убил? Ты невидимый был или как? Кэт Макс, как ты меня убил? Телепатия. Телепатия? Это как? Что за телепатия? Вот так вот. На! Пацаны думают, меня можно так просто убить, ага. Есть, за мной, за мной! Видите, пацаны? Кто из нас лучше, я или вы? Кого-то слышу, но не вижу. Не вижу. Ну кто? Опа. Музыка пошла страшная. Никто меня не может убить. Я стекла выбиваю в доме. Ну чё, все, обосрались? На, Лефти идет на работу в пиццерию. Пацанов сразу мочу. Уже не такие деловые, как раньше. Слышу, слышу, ходят. Ищут, ищут меня. На! Чтобы знал своих. На! Двоих со спины. Блин, я застрял в стуле. О, кто-то кота взял с Майнкрафта. Или это у меня Ксюха так делает. О, здорово. Я тебя знаю. Ух! Отомстил. Хорошо. Блин, я в друг друге появляюсь. О, нормальная, кстати, позиция. Хорошая. Оп. Так, ну чё, где вы, мужики? О, кстати, как можно как Дед Мороз туда залезть? Нет, нельзя. Слышу, слышу челика. Где ты, где ты? Вот тут, подо мной прям. Где-то ходит. Ну давай, выходи! Секунд. Вот я тебя вижу. А че, через стекло не могу убить? Вижу, вижу. На, есть. Отстрел аниматроников пошел. Вы меня больше не испугаете. Я не ведусь на эту штуку. О, вижу. Так, давайте в дом забежим. Иди сюда. Буду мстить. Кто меня убил только что? Так, давай, давай. Я на своем месте рабочем. Идут, идут. Слышите? На тебе. Кэт Макса завалили. Пацаны, буду мстить. Идет, идет. На. Есть. Ах ты марионетка злобная. У меня есть запасной план. Сейчас я вам покажу. У меня есть специальное оружие. Кэт Макс, ты готов? Да. Я сейчас, знаете, что сделаю? Я сейчас отбегу сюда. Hasta la vista, baby. Пацаны, вы живые остались? Вот это жахтало. Вот это я люблю делать в конце серии. Самый класс. Смотри, как светло и тепло здесь стало. И топить не надо. Марионетка живая осталась. И я, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.